Здравствуйте, дорогие зрители! Мы вас приветствуем в студии Иваново-Засинской епархии с профессором Вячеславом Петровичем Океанским. Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогой отец Макарий, приветствуем вас. И тема нашего разговора продолжающегося о русской литературе, о русской культуре, о ее прошлом, настоящем и ее месте в нашем будущем сегодня переходит к Федору Ивановичу Тютчеву. Да. Годы жизни Федора Ивановича Тютчева, я напомню, дорогие зрители, это 1803-1873. Вот если смотреть по верхней границе его земной жизни, это вот лет полтораста разделяет нас с этим замечательным автором. А если по нижней границе смотреть, так уж и 200 лет. Да. Вот, то есть достаточно серьезный такой срок в истории нашего Отечества, в истории человечества. Вот. Но, как говорил один из литературных критиков, у искусства есть судьба вместо истории. И в этом смысле, конечно, вот по разным причинам можно актуализировать Тютчева, и я думаю, видеть в нем, ну, такого в большой истории все-таки нашего современника. Вот. Потому что это не Леонардо да Винчи, так сказать, и это ни Платон, ни Аристотель, при всем том, что мы обращаемся и к их наследию, сверяя день сегодняшний как-то с этой большой смысловой осью. Да, смотрите, вот действительно Тютчев, мы можем сказать, что он очень тесно, плотно связан с современностью. Обратите внимание, практически ровесник Пушкина, на 4 года моложе. Да, да. И Пушкина при всей огромной любви к нему все-таки современник мы не называем. А Тютчев прожил долгую жизнь. И вот его эта жизнь, его место, его роль в таком, ну, национальном направлении сделает его нашим буквально старшим братом. Если Пушкин наш отец, так условно говоря, то Тютчев практически. Здесь есть еще одно такое, я бы сказал, ну, мистическое, что ли, обстоятельство. Но мистическое, вы поймите, это без какого-то такого, знаете, ну, серьезного такого, знаете, нервного напряжения. А вот есть вообще в естественности своя мистика и своя сверхъестественность. Вот природа, да, Тютчев. Мы, наверное, и начнем вот в первой передаче, прежде всего, с осмысления образа природы у Тютчева. Вот он говорит, например, природа знать не знает об илом. Ей чужды наши призрачные годы, и перед ней мы смутно сознаем самих себя лишь грезою природы, поочередно всех своих детей, свершающих свой подвиг бесполезный, она равно приветствует своей всепоглощающей и миротворной бездной. Да. Смотрите, да. А с другой стороны, когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных, все зримое опять покроют воды, и Божий лик изобразится в них. Нельзя сказать, что безбожная природа. Нет, да? Зачем? Могут возражать, говорить, что это вот там какой-то гностицизм, проскать, да не надо. А зачем? Надо искать сюда доброе начало, позитивное начало в творчестве. Смотрите, дорогие зрители, поэт – это пророк. Ну, просто все знают, уже мы, наверное, раз 20 об этом говорили, что пророчество, то, что древности называли пророчеством, сегодня называют искусством, поэзией и так далее. Может, взять можно любого пророка и начать его истолковывать в отрицательном смысле, находить у него там какие-то ошибки, уклонения, а вместо этого надо прислушаться тому, что пророк говорит, и, базируясь на том, что нам известно, что нам открыто, истолковать, понять его слова правильно. Ведь творение, что такое природа? Это не какая-то внешняя избыточная сила, которая владеет людьми. Это творение, это космос. Мы часть природы. Мне надо спорить с этим. Мы часть творить. Мы сотворенный мир. Об этом, кстати, очень хорошо пишет Владимир Сергеевич Соловьев в своей статье под названием «Поэзия Тютчева», вышедшей в 1895 году. Тоже поздний Соловьев, за 5 лет до смерти он обратился к наследию Тютчева. И вот он акцентирует вот этот момент, очень важный, что на фоне позитивизма, механицизма, всего того развития европейского естествознания, которое обездушивало мир природный,
Тютчев обращается к скрытым силам природного мира, и, пожалуй, как никто. Он сопоставляет, кстати, отец Георгий Флоровский тоже в одной из своих работ о Тютчеве, уже после Соловьева, естественно, сопоставляет его с Гёте, и оба, и Флоровский, и Соловьев, в этом отношении ставят его даже выше Гёте. Правильно, что выше, потому что Гёте был дальше, прямо скажем. Вот да, и вот здесь, вы знаете, какая тема? С другой стороны, тема, вот как название одной моей книги «Человек и тотальность». Вот если за этим природным миром, за этим всеобъемлющим стоит то, что мы можем назвать тотальностью, вот место человека в нем, оно, понимаете, в высшей степени дисбалансировано. Тютчев пишет, как зыбок человек. Имел он очертания, их не заметили, ушел, забыли их, его присутствие – едва заметный штрих, его отсутствие пространства мироздания. То есть это какой-то антропологический минимализм при космологическом максимализме. Природа, да, вот смотрите, знать не знает о былом, ей чужды наши призрачные годы, то есть она в свою вот эту тотальную осовремененность, она всегда актуальна, она всегда энергийна, но человек ничтожится перед этим могуществом природы. Да, если вспомнить изначальную позицию человека, вот оставаясь на христианских рельсах, мы увидим, что слова Тютчева просто интерпретируют наше грехопадение, наше повреждение. Да. То, что мы не такие, как нам дал, как должен нам. Это зеркало нашей падшей природы. Совершенно его вот эта всепоглощающая бездна. Кроме того, отец Макарий, вы, наверное, согласитесь, что бездна, если мы будем смотреть пространственно и структурно, это то, что открывается при движении вниз. Потому что дно, мы говорим, сфера, высшая сфера, там, это то, что, то, с чем мы встречаемся на подъеме. Да? А здесь бездна всегда как-то акцентирует, символически акцентирует падение. Даже у такого гуманизма, далекого от, вообще от православия, безусловно, как Томас Манн в «Волшебной горе», там тоже есть эта бездна. Там тоже есть какая-то дырка, которую Ганс Каспер все никак не может упасть, и наоборот боится. Но с другой стороны, бездна – это и то, что открывается на подъеме. То есть здесь подъем и падение, так сказать, элевация и провал, они как-то соседствуют. В том-то и сила поэта, что он особенно Тютчев, день и ночь, умеет охватить это единым взором и донести до тех, у кого есть уши слышать. Вы знаете, осмысляя тютчевскую природу, мы видим и изумляемся, насколько она антиномична. Не только в плане вот диурна и ноктюрна, света дня и света ночи, но и в плане даже авторского отношения. В ней раскрываются совершенно противоположные грани. Ну, например, природа – сфинкс, и тем она верней своим искусом губит человека, что может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней. Вот. И здесь же рядом, не то, что мните вы природа, не слепок, не бездушный лик, в ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Правильно. А как? Опять христианство? Как это согласовать? Нет, согласовать очень просто, потому что природу творит Бог. И мы читаем первое послание к Римлянам, прошу прощения, первая глава послания к Римлянам, о том, что природа служит естественным откровением. В природе открывается Бог. Открывается в природе, ну, значит, она не случайна, не бездушна, не прислужит нам там инструментом, как бы, так сказать, взять природу как можно больше, чтобы она там, не знаю, нам приносила. Она должна нам приносить, она природа кормит человека, как любящая мать. Обратите внимание, ну это уже такое богословие даже дохристианское, но почему ему не быть, ведь образ Матери Земли присутствует в большом количестве пророков дохристианских и нехристианских религиозных веров. И у Тютчева тоже это есть. Нет моего к тебе пристрастия, я скрыть не в силах Мать Земля. Мать Земля, совершенно верно. И дальше смотрите, если богословие переходит в христианскую уже, на христианскую почву, то Бог становится человеком. Иногда люди начинают топать ногами, говорят, что почитание Богородицы, там это остатки язычества, да вздор это все. Пресвятая Богородица – это человек, а человек сродни материальной природе. И она дает жизнь Богу, Богу-человеку. Во-первых, да, но здесь есть такой интересный момент, что все же Богородица для православного сознания – это есть Царица Небесная. А вот в русском таком культурном сознании на протяжении столетий, это отмечено многими исследователями,
фольклористами, учеными, было такое тяготение, сближение, и, кстати, у Федора Михайловича Достоевского, это тоже в его романах проявлено, сближение культа матери сырой земли и Богоматери. Вот. Ну, такое вот, собственно говоря, есть у нас... Это народная культура, но... Это можно назвать правильно процессом рецепции христианства, народных каких-то, ну, интуитивных, быть может, или еще каких-то душевных тенденций, которые люди проявляют. И эта рецепция, это процесс, это динамика. И что сказать, я ошибочные, может, какие-то мысли, которые возникают в этой связи, надо, ну, обнаруживать, как мы только что говорили о любом пророке, о любом пророчестве, отфильтровывать, выкристаллизовывать то, что принадлежит вечности, то, что принадлежит Христу, то, что принадлежит Богу. И вот в творчестве поэтическом такого поэта, как Тютчев, это очень хорошо видно. Вот в самом деле надо идеал, он трансцендентен. Реализация идеала имманентна, она здесь и сейчас. Но раз она имманентна, ну, значит, она уже не идеальна. Ну, да, да, мне вспоминается Владимир Микушевич, такой известный тоже автор, мыслитель, у него есть работа «Ад идеала». Вот как раз здесь трансцендентность идеала порождает вот он бросает некую тень и такое мучительное движение, связанное с недостижимостью его. Но вот здесь, кстати говоря, имманентный план, вот, я думаю, и в христианстве, и, кстати, в поэтике Тютчева, здесь вот трансцендентное и имманентное в его символике, оно, ну, все-таки позволяет, как бы, говорить, что здесь этот ад снимается, потому что истомленной ношей крестной всю тебя земля родная в рабском виде царь небесный исходил благословлять. И все-таки это, вот в этот последний час природы, когда состав частей разрушается земных, и все зримое покрывают воды, Божий лик изображается в них, в этих водах вечности. То есть некое, говоря, опять же, словами современного богослова Виктора Афанасьевича Петчука, иконология тварного мира. Да? Иконология тварного мира здесь просматривается. И когда отец Макарий пишет о Тютчеве как безличном пантеисте, певце, так сказать, вот этот милецкий материализм, там, Анаксимандр. И с Анаксимандром не все так просто, но с Тютчевым, очень глубоко усвоившим, как бы вовнутрь своей поэтики и своего сознания, конечно, христианство, именно православное христианство, говорить о нем как о пантеисте, это, ну, да, это позавчерашний это день. Полемика, современники не допоняли. Эти современники вели борьбу. Вот мы это тоже не всегда учитываем. На сегодняшний день борьба продолжается, но немножко фронты переменились. Современники Тютчева были людьми, если можно так выразиться, гораздо более дикими, чем мы, если я так смело скажу. Но... Соловьев с вами бы согласился. Я просто процитирую начало статьи Соловьева, которую я упомянул в начале передачи. Говорят, что в недрах русской земли скрывается много естественных богатств, которые остаются без употребления и даже без описания. Это может, конечно, объясняться огромным объемом страны. Но более удивительно, что в небольшой области русской литературы тоже существуют такие сокровища, которыми мы не пользуемся и которых почти не знаем. Самым драгоценным из этих кладов я считаю лирическую поэзию Тютчева. Вот видите. Да. И вот здесь дальше Соловьев пишет, что Тютчев, являясь величайшим русским поэтом, несомненно представителем первого ряда русской поэзии, наряду с Пушкиным и Лермонтовым, он не просто и не только поэт, но поэт-философ. Вот это очень важно для понимания. Ну, во-первых, он общался со звездами первой величины, с немецкими романтиками, философами, прежде всего с Фридрихом Шеллингом. Вот, и, как известно, не часто приводит отрывок этой беседы, где Шеллинг говорил: «Был бы я помоложе, я бы принял православие». Вот, и в этом смысле, конечно, очень важно. Но это не просто какое-то вот шеллингианство, ну, наложенное там, как бы на его лирическое сознание. Он ведь спорил с Шеллингом, и они вели очень серьезные беседы вот, относительно соотношения православной веры и вообще шире христианской веры
вот, что, несомненно, Шеллингу как философу и человеку она была доступна, исповедуема им, и философии. Вот, кстати, сколько бы ни называли Тютчева философом, поэтом-философом, он вот ту пропорцию, которая выстроена и даже усилена у апостола Павла, «Бойтесь, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому стихиям мира, а не по Христу», он в полемике с Шеллингом решал не в пользу философии, а в пользу христианства. Ну, то правильно. Вот. Помните, мы цитировали с вами, по-моему, Степуна Федора Августовича, его высказывание о том, что очень хороша и правильна философия верующих христиан, но никуда не годится философское истолкование христианства со стороны неверующих и полуверующих философов. Да. Вот Тютчев действительно здесь стоит, буквально, может быть, и Тютчев он без обязанности имел в виду. Да, и вот отец Георгий Флоровский тоже в своей работе о Тютчеве также говорит, сочетал он исключительно тонкое, проникновенное эстетическое и философское видение с непревзойденной легкостью и свободой русского поэтического языка. Осознавал себя самого как эхо всех живых голосов, которыми пронизана Вселенная. Очень правильно. И вот, вы знаете, здесь очень важна, конечно, тема Тютчев и романтическая словесная культура, словесная интеллектуальная культура. Вот я хотел бы обратиться к мысленным фрагментам Навалиса. Вот он говорит, что поэзия на деле есть абсолютно реальная. Чем больше поэзии, тем ближе к действительности. «Философия есть теория поэзии», – пишет Навалис, – «поэзия есть все. Разобщение поэта и мыслителя – только видимость. Это знак болезни и болезненных обстоятельств. Поэт и жрец были вначале одно, и лишь в последующие времена разделили их. Чувство поэзии имеет много общего с чувством мистического», – говорит Навалис. «Величайшая книга похожа на букварь. Человек есть источник аналогии для всей Вселенной. Символична сама природа. Все звуки, которые порождает природа, грубы и неосмысленны, и только в музыкальной душе шелест леса, свист ветра, соловьиное пение, журчание нередко кажутся мелодичными и полными значения». Но вот эти все моменты, они на самом деле весьма органичны для тютчевского, мира, для его дарования, потому что Навалис как раз и говорит о том, что необходим человек, в сознании которого полностью соединились бы поэзия и философия. Я думаю, что вот в наследии Федора Михайловича, и особенно в его восприятии природы, и весь этот философский интеллектуальный антиномизм дан, и при высочайшем, конечно, градусе поэтического слова. Вот вы стихотворение процитировали, вторую строфу. Я думаю, что можно вот эту первую нашу часть передачи просто завершить одним из самых известных стихотворений Тютчева. И вы очень прямо в десятку по отношению к тому, что вы упомянули сейчас. Эти бедные селения. Это сходная природа, край родной, долготерпение, край ты русского народа. Не пройдет и не заметит гордый взор иноплеменный, что сквозит и тайно светит в красоте твоей нетленной, истомленной ношей крестной, всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. А здесь и Христос, и Дух, где дышит, где хочет, Царю Небесный утешить. Вот, совершенно верно. И это стихотворение можно было поставить эпиграфом к творчеству Тютчева и возражением всем его неразумным, может быть, и каким-то поспешным критиком. Да. Но давайте простимся и до следующего раза. Да, всего доброго.